Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый отец Георгий, настоятель всего святого храма, дорогие братья и сестры. 18 сентября Русская Православная Церковь вспоминает убиение благоверного князя Глеба. 19 августа 2015 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунине. Сам Господь говорит о себе, что Он есть свет в Евангелии от Иоанна. Это означает, что свет – это не просто некий атрибут божества, а это сама суть божественная. И вот для того, чтобы от этих замечательных образов перейти к реальной жизни и понять, что означает для нас божественный свет, достаточно представить, что без света нет видения, нет зрения. У человека может быть замечательное зрение, но если его поместить в полную темноту, он ничего не увидит. Это значит, что свет есть непременное условие видения. Мы знаем, что без света мы не видим предметов, не можем ориентироваться в пространстве. Мы просто не можем делать все то, что мы делаем, видя окружающий нас мир. Но то, что справедливо в отношении физического мира, справедливо и в отношении мира духовного, того мира, который наполнен мыслями, чувствами, идеями, это невидимый мир. Но то, что в этом мире происходит, и то, что из этого мира проистекает, обретает плоть и кровь и влияет на то, каким становится мир физический. Отрицать этот духовный мир, наполненный мыслями, идеями, чувствами, невозможно, потому что он присутствует в каждом человеке. Так вот, и в этом самом мире невозможно различать предметы и ориентироваться, если нет света. А поскольку именно в этом мире происходит, проистекает, буйствует вся драма человеческой истории, в центре которой борьба добра со злом, то естественно, что в этом мире духовном также возгораются различные источники света, которые пытаются подсветить этот мир, а через эту подсветку ориентировать человека в сторону тех или иных идей, тех или иных ценностей. В этом духовном мире горят маленькие огоньки, в которых отображается божественный свет. Это человеческая мудрость, это человеческая доброта, это все то, что проистекает от Бога. Маленькие огоньки, они не способны осветить весь этот огромный духовный мир. Но они, тем не менее, помогают людям ориентироваться. Но очень часто эти огоньки долго не горят, потому что их возжигают люди, ограниченные, слабые, и даже если, может быть, от них проистекают добрые и сильные мысли в силу ограниченности человеческой, эти мысли не могут постоянно пребывать в этом мире. Они в какой-то момент очень сильны, а затем ослабляются и полностью исчезают. Но в этом мире есть и иные огни, которые воспринимаются иногда людьми так же, как ложные маяки воспринимаются флотоводцами,
капитанами судов. И если, упаси Бог, довериться такому мнимому свету, тот, кто ведет корабль, гибель неименуема. Можно удариться о прибрежные скалы, разрушить корабль и погубить людей. Вот эти огни, которые не отображают божественного света, также мерцают в этом духовном мире, и иногда, накачанные человеческой властью, силой, деньгами, они ярко вспыхивают, обращают на себя внимание, к ним устремляются люди, думая, что вот это и есть свет, это и есть правда, туда и нужно идти. Слава Богу, если этот огонь тухнет за какой-то короткий промежуток времени, как обычно с этими огнями и бывает. Не то, что человеческая жизнь, да даже какая-то небольшая часть человеческой жизни часто не покрывает этого свечения. Но ведь от этого опасность этих ложных маяков не уменьшается. Потому что на место одного приходит другой. И если посмотреть на этот духовный мир, в котором мы сегодня живем, там тысячи и миллионы этих огней. Как же не запутаться? Как же не потерять ориентир? Как же увидеть подлинный свет? Подлинный божественный свет – это божественная мудрость и божественное слово. А отличить от других человеческих мудростей и слов достаточно просто. Божественное слово не несет в человеку никакой опасности, никакого риска, никакой беды. И это знает каждый, кто хоть раз в жизни послушал это слово. Другой разговор, что иногда божественный свет как бы затемняется яркими вспышками человеческих светов. Но если распознать Божий свет и принять его в разум свой, в душу, то тогда никогда человек не пожалеет об этом. Фаворский свет не был только светом божественной мудрости. Он был также явлением божественной энергии. Бог передает свою энергию окружающему миру. Она не видна. Так же, как и физическая энергия не видна. Но от этого сам факт существования энергии ведь никто не ставит под сомнение. Мы знаем, что она существует. И достаточно замкнуть цепь в проводах и подключить провод к лампочке, как загоревшийся свет будет свидетелем невидимой физической энергии. Вот точно то же самое происходит в мире духовном. Божественная энергия не видна, но если мы подключаемся к этой энергии через свою веру в Бога, если мы входим в общение с Ним, то и внутри нас загорается божественный свет. И мы начинаем видеть все, что необходимо, дабы не заблудиться в потемках духовного мира. Человек обретает мудрость и обретает силу, обретает способность отличать добро от зла, способность сопротивляться искушениям, вот этим самым опасным огонькам, которые чаще всего манят человека в пропасть. Божественная мудрость и божественная сила делают человека сильным и способным сопротивляться самым
тяжким жизненным обстоятельствам и устремляться к Богу навстречу вечному божественному свету. Апостолы увидели невидимый свет, но не только апостолы. В истории церкви было много подвижников, которые оставили свидетельство о том, как они видели этот свет. И вот, может быть, один из самых недавно ушедших ко Господу подвижников, святой преподобный Паисий Афонский, оставил нам воспоминание о том, как во время молитвы в полном уединении в Афонской келии, в затворе, он вдруг увидел божественный свет и не мог от него отвлечь взора своего. И это никакая не галлюцинация. Галлюцинация сопровождается умопомрачением, потерей ориентации, неспособностью четко сказать, что с человеком произошло. А видение божественного света настолько было отчетливым, ясным, оно оставило такой неизгладимый духовный след в душе святаго Паисия, что он передал это другим людям, у которых никогда не возникало сомнения в том, что святой старец говорит правду. Но если бы только святой Паисий, но мы знаем, как и в древности, и в новые времена являлся божественный свет праведникам, для того, чтобы укрепить их веру, а через них укрепить нашу веру. Мы не видим этого света из-за своих грехов, из-за своей слабости, из-за своей рассредоточенности, из-за своей неспособности сконцентрировать внимание на самом главном. Но через опыт других, опыт божественного света входит и в наши души, укрепляя нашу веру и нашу способность слышать Божий голос и следовать божественной мудрости.